Здравствуйте. Итак, пришло время первой летней обрезки на персике. Меня спрашивали в комментариях под прошлым видео, а где же плоды. Я решил именно показать формировку того же дерева, которое я каждый год формирую. И вот в данный момент именно с плодами, то есть с плодами все нормально, их достаточно. Значит, плоды, как известно, завязываются на однолетних побегах, прошлогодних, на двух, реже трехлетней древесине, в основном на двухлетней древесине. При летней обрезке я ее не трогаю, в общем, в редких случаях я вырезаю только именно на кончиках, сейчас я покажу. А зеленые операции я провожу только на побегах этого прироста, вот на таких самых молоденьких. К примеру, вот прошлогодний побег, и он имел плодовые веточки, на которых завязались плоды, и прирост у них маленький. Я их не трогаю обычно. Я работаю с теми приростами этого года, которые очень большие. Вот такие, они вот достигли больше полутора, больше полметра уже имеют. Я начинаю зеленую обрезку, когда побеги уже превышают 40-50 сантиметров. Что именно я делаю? Как обычно, то, что растет вертикально вверх или внутрь кроны, именно молодые зеленые побеги, я их вырезаю. То есть можно выламывать, но я их вырезаю. А те побеги, которые растут более горизонтально или идут как продолжение ветви, я укорачиваю. Но укорачиваю, вот покажу вам, здесь уже есть вот маленький побег. Вот на него я и укорачиваю. Вот так вот. Вот на него я и укорачиваю. И неудобно. Вот и оставляю его. В общем, вот оставил. Это и будет побег. Дальше пойдет в сторону, побег продолжения. А, можно также высоко, то есть не более 40 сантиметров. Обычно я оставляю 20-30, то есть для примера вот, вот здесь обрезал, и здесь пойдет побег. Вот так вот в сторону, то есть на нижнюю почку я всегда обрезаю. Этот побег тоже я обрежу вот так вот почку на бок. Все, что растет внутри, вертикально, может видно, вот вертикально, я их вырезаю. Вырезаю. Некоторые маленькие плодовые побеги, я вижу, что они уже прекратили рост. Я их оставляю, на них будут завязываться плоды, как бы плодовые веточки. А те, которые, может видно, те, которые около полутора метра и вертикально растут вверх, я их или вырезаю, в некоторых случаях я укорачиваю их на 2-3 почки. Для того, чтобы с верхней почки может пойти побег, а с боковых пойдут маленькие побеги. И на них будут формироваться вот такие плодовые веточки. Маленький побег пошел, я его оставлял, и на них завязались плоды. Также и здесь вот маленькая веточка, тоже с плодами, и вот маленькая веточка с плодами. Я ее, если видно, вот здесь укорачивал. Вот. И она была в цветах, и завязались как бы плодушки вот здесь. Вот это уже вот плодовое звено. Если видно, да, вот и вот здесь. Маленькие такие побеги, они не растут. Вот еще раз покажу. Плодовая веточка. Маленькие побеги, которые по 2 сантиметра, как бы шпорцы, это то же самое, как на сливе или на абрикосы я рассказывал про шпорцы. Вот, это все я не трогаю. Я трогаю только прямые побеги, вертикально растущие вверх, жировики. И все. И так я расчищаю кроны. Вот побег внутри кроны. Ну, он просто, видите, как вышел с толстой ветки и пошел строго вверх. Я его могу вырезать, а могу перевести
вот так вот на 2-3 почки. Этот побег пойдет, я его потом прищеплю, а из этих может пойти маленькие, вот такие маленькие побеги, и они будут уже с плодами. Ну, значит, те ветки, которые именно идут на периферию, опять же, вот веточка, более горизонтальная, на ней пошли, есть короткие веточки 10-15 сантиметров и длинные вертикально растущие вверх. Длинные вертикально растущие вверх я убираю, короткие оставляю. Те, что более на 45 градусов, я их укорачиваю на почку, на нижнюю почку. Вот так, укорачиваю. И все, это есть летняя обрезка. Все, спасибо за внимание, до свидания.